Государственное предприятие «Молдавская железная дорога» планомерно доводили до банкротства. Таковы выводы парламентской комиссии, которая изучает финансово-экономическую ситуацию на МЖД. От некоторых выявленных фактов, озвученных ее главой Олегом Липски, буквально волосы встают дыбом. Воровали на всех уровнях и не только то, что плохо лежало. Даже часть привокзального перрона умудрились продать. Схем по отчуждению активов было множество. Участвовали в этом в том числе и руководство госпредприятия, и высокопоставленные чиновники от правительства. А поставили на рельсы хищение практически в промышленных масштабах в 2010 году. Именно поэтому некогда процветавший гигант сейчас в таком плачевном состоянии. С долгами на 665 миллионов леев и сотрудниками, которые месяцами не видят своих зарплат. Выводы комиссии основаны на информации, представленной НЦБК, СИБом, Минфином и Счетной палатой. Депутаты уточнили, имена замешанных в беззакониях на ЖДМ чиновников прозвучат на заседании парламента во время представления отчета. Калифрат из Молдова, Интерпринер Стратегика, Кулана Вертибрала, А. Экономии Республики Молдова, Делунгул Ангор, Доми Зечи, Доми Новоприча, Хозбипу Седаты и Активе при Неферите Методе. Аечи. Și achizițiile cu rentabilitate vânzărilor, achizițiilor, materialelor până la 41%. Deci, cine vindea aceste piese avea câștig până la 41% rentabilitate. Asta e o rentabilitate enormă, având în vedere situația financiară de la Califerate. Deci erau cumpărate piese cu prețuri exagerate și asta a adus o daună enormă Califerate. A fost cumpărată motorină cu prețuri mai mari decât pe piață. Au fost și furturi de motorină. Pe baza asta a fost deschisă cauza penală. Параллельно распродавали земли предприятия. И даже часть перрона умудрились продать. Не обошлось без судебных решений об отчуждении. Члены комиссии также установили, что за счет предприятия был модернизирован завод «Ремар» в Румынии. Тот самый в Пашканах, где по решению главы Минтранса были отремонтированы 5 составов. Ну и ранее студию дефизабилитати, ниж документы проект. Здесь мы немного хотели. Е рентабел, ну и рентабел требался. Суфокут, суфокут. Бани салдус, салдус лица. Cine poate să controlizați cât a costat, nimeni nu poate să știe nici până ziua de azi cât real a costat reparația acolo acestor garnituri de trei. La ziua de astăzi, din 5 garnituri modernizate, doar 2 sunt funcționale. Deci 3 stau cu defecte. А с 2015 по 2019 деньги из предприятия уже выкачивали полноводными реками, используя множество схем. В результате ЖДМ оказалась в черном списке крупных экспортеров. Схемы украл при кассе для экспедиции, он делипунял кондиции кассовой для экспедиции, потребовал соплатяцкое соревичи тарифы, соплатяцкое бакеш, бабани, соприметял при деферите офшоры. Проблема черной мари, которая фост генерата де аша лукру, де хапсания, де ла гувернария, которая фост на нече, если к ной пердут, мульти, un mare, foarte mare volum de tranzit a mărfurilor care veneau prin Republica Moldova. Oamenii, pur și simplu clienții, s-au dezis și acum multe transporturi se fac naval pe Marea Neagră, pe Dunăre. Добило предприятие пандемия, и тот транзит, что был в 2020 году, сократился на треть. Сейчас общая сумма долга ЖДМ 665 миллионов леев, 320 из которых следует перечислить поставщикам. Все это ставит под угрозу дальнейшее функционирование компании. Pierderea circa 280 de vagoane care de către autoritățile în state vecine deci au fost confiscate, sequestrate și nu se știe care este soarta lor. Stoparea vinderii anuale a circa 1000 de vagoane la metal uzat, desigur că au adus în cele din urmă într-un impas care astăzi este absolut necesar ca statul Republicii Moldova din toate pârghiile sale să intervine pentru a salva cel mai important activ. În caz contrar, o spunem cert că statul riscă să piardă acest activ. Члены комиссии призвали ответственных лиц немедленно принять меры по спасению важнейшего для Молдовы предприятия. Интервеним către toate instituțiile statului, inclusiv către președintele Republicii Moldova, cu tot aparatul său de
consilieri să intervină către Guvernul Republicii Moldova în limita competențelor pe care le are, pentru că înțelegem că un guvern interimar nu poate soluționa întrebări ce ține de destructurarea datoriei față de inspectorat fiscal, destructurarea unor credite prin acordarea dreptului de a depune în gașca aceste credite să poate fi eșalonate și multe, multe alte datorii ale furnizorilor care sunt. Nu trebuie să uităm că acolo sunt circa 6.000 de angajați, că sunt 6.000 de familii care nu și-au primit salariile încă de luna octombrie. Комиссию по рассмотрению ситуации на предприятии «Железная дорога Молдовы» создали в парламенте в начале февраля по инициативе социалистов. В нее вошли представители всех парламентских фракций. Полный отчет будет представлен на пленарном заседании в течение 60 дней.